Лена несет ведро. Два ведра. Три ведра. Неважно. А я несу одно, потому что я хиленькая. Лена, что мы будем делать? Кормить лошадей. Зачем? Зачем? Лена, ты знаешь, что мы лошадей потом на колбасу дадим? А, ну ладно, зато смотри, колбаса будет поэтому. Точно. Вот видите, она с нами. Где-то. Так. Коротко о том, как кушает ластик. Ща. Молодец. Всегда так ешь. Вот еще одно. Так же вкуснее. Всем здорово. Опять я здороваюсь, фиг пойми, на какой минуте видео. Но лучше поздно, чем никогда. Итак, сейчас я гуляю с Оскаром, потому что он недавно пообедал, и сразу нельзя же на лошади типа ехать. Когда она только пообедала, вот он недавно пообедал, сейчас он гуляет. Также я жду, чтобы она выкатила. Также при мне... Странным образом я себя нанесла, чтобы у меня были свободные руки, если что-то случится. И все. Буду держать вас в курсе событий на протяжении этого дня. Всем до скорых встреч. Оскар решил поваляться, я не успела включить камеру. И мне нельзя хорошо подойти к нему. А, нет, нет, нет. Оскар, стой, стой. Подкову, надеюсь, не оторвал, дорогой. Стой, 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 Оскар, стой, 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 Оскар, 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 стой. Все, Оскар, пошли, пора работать. Слышишь меня вообще? Оша. Оша, обрати меня свое драгоценное внимание. Короче, наконец-то пришла Дина. Дина, вот помаши ручкой. Привет, Регина! Ты дура? Привет! Ты дура? Смотри сюда. Вот, короче, мы сейчас пойдем забирать лошадку. То есть мы уже... Офига, Регина с лошадкой гуляет. Блин, я тоже Диночка! Хочу с Пашей погулять. Но Паша это не моя лошадь. С вами снова я, Диана Воробьева. И сейчас я вам продолжу свою историю о издевательстве лошадей. И вот смотрите. Издевательство лошадей. Видите, да? Вот это. Да Дина, ему больно! Ему больно. Это болячка. Боже мой, офиг! Видите? Ты просто видела, как они колбасились с этим, блядь, с острым? Вот эта девочка, я уже не первый раз ее замечаю на этой конюшне, как она издевается на лошадей. Хорошо. Странно, кстати, что она с ним гуляла и еще его не заколола. Да-да. Я тебя стала. Ну все, всем пока. Это были новости от Дианы Воробьевой. Да, кстати. Хвост, он тоже лысый. Знаете, что она с ним делала? Она дерет его. Все, всем пока.